Всем салют, чуваки! Вы на канале FIFA Time, и сегодня у нас продолжение Лиги Европы Закарпатья-Львов. Чуваки, групповой этап у нас продолжается. У нас очень огромные планы на выход из группы, хотя мы начали очень здорово, я вам скажу. Но, блин, вы знаете, как обычно, три матча хорошо отыграешь, а потом начинается самое страшное. Не забывайте о том, что у нас на канале идет конкурс, ребят. На конкурс ссылочка будет в описании, поэтому залетайте, участвуйте, посмотрите видос на канале. И обязательно принимайте, мужики, участие в конкурсе. Почему-то мало, очень мало, ребята, участвующих. Давайте поддержим все-таки. Старались для вас, футболочка с автографами ребят из Днепра 1. Поэтому давайте, блин, залетайте, поддержите. Вот, и, конечно, не забывайте подписаться на канал. Если ты только увидел этот видеоролик, ты только увидел этот канал, братишка, обязательно подпишись, здесь годный контент по УПЛочке, здесь карьерочки, здесь все как полагается. Ну, а мы полетели. Итак, мужики, первый поединочек сегодняшнего выпуска, играем мы против Галина. Это был очень потный матч в той серии против них, поэтому сейчас я сомневаюсь, что будет легче. Поэтому присаживайтесь поудобнее, ребята, и погнали. Предматчевая разминочка прошла, команды готовы сейчас выйти на поле и показать, что мы не зря, ребята, ждали этого матча, потому что Карпаты-Львовские сегодня должны будут побеждать и уже более-менее приближаться к выходу из группы. Все спокойно, перекладина! Где ж там спокойно выбить? Хорошо, вот это вот опять этот Галин. Спокойненько, спокойненько. И пробить, ближний, туда его штанга! Размен, какой размен у нас? Они нам перекладину, мы им штангу. Аккуратно, на месте, вратарь, хорошо. И вот здесь забить, 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 забить! Блин, а хорошо-то как все начиналось. Первый тайм заканчивается, особо опасные моменты были. Была штанга, было у нас перекладина, но я могу одно сказать, что после того, как я начал немножечко сужать оборону, вот, я начал уже играть, потому что они более сосредоточены в центре, у них перестало вообще что-то получаться. Поэтому, в принципе, игра более-менее меня устраивает. Вот, выкатил! Выкатил и пробить ближний! Давай туда его, хорошо! Просто 0-1, хорош! Выходим вперед, ребята! Забивает у нас Мендеш! Просто шикарно забежал, открылся, и мы выходим тем самым вперед. Идеально разыграли здесь, да, красиво, очень красиво. Мендеш прибежал в центр, подоткрылся, и все, и выскочил раз на раз с кипером. 1-0, погнали дальше! И вот выход 1-1, давай, хорош, просто хорош. Ребята, вот так вот Карпаты забивают, просто идеально второй гол. Я не знаю, просто боюсь спугнуть, но это было круто. Вот, и пробить слева, и туда, вратарь на месте. Все, мужики, побеждаем, 0-2, уверенная победа в гостях. И я вам скажу, это огромнейший, уже огромнейший вклад в то, что мы выйдем из этой группы. Я считаю так, но давайте посмотрим все-таки на турнирную таблицу и узнаем, как же в параллельном матче сыграл Рен. Ну, а тем временем Рен побеждает, ребята, в матче против Любна. И мы автоматически выходим из группы, еще не доиграв 2 тура. Но теперь стоит вопрос самый интересный, с какой позиции мы выйдем. Либо же это будет первое место, либо же второе. И тут решится уже все, ну, в ближайшее время. Поэтому матч против Любнов, поехали. Опа. Провал, 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 провал. Выйти, 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 выйти. Вратарь, хорош. Кипер тащит. Вот это было действительно опасно. Опасно сейчас может быть. Держать, держать, держать. Вратарь на месте. Тихо, тихо. Хорош. Фух. Опасно было опять. Опасно сейчас может быть. Ложись. Хорош. Кипер опять спасает наши ворота. Держим, 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 вратарь. Опять? Да что ты творишь, вратарь? Это жесть. Юрчук, конечно, сегодня в ударе. Первый тайм заканчивается, счет ничейный, 0-0, но здесь победа необходима нам. Мужики, нужно, нужно цепляться за эту победу, нужно побеждать и в этом матче. Ух ты! Опасно! Да, вот так вот мы и пропускаем. Вот, выход 1-1 и решить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, добить! Хорошо! Сравниваем его. Вот так вот, быстро, мы очень быстро сравниваем счет. Это просто пушечка. Все, мы можем пока месить это самое, успокоиться. Хорош.
Вакуленко забивает на 55-й минуте. 3 минуты понадобилось для того, чтобы отыграться. Бам, туда, хорошо. И вот он, прорыв. Прорыв по флангу. Мендеш. Мендеш. Центр, скидочка. Вот. И открыл. Туда его. Хорошо. Офсайда нет? Нет, хорош. Хорош. 1-2. Вот так вот работает Карпаты, ребята. Вот так вот замены работают. Просто шикарно здесь. Вот так. Оп. Пас. Еще один пас в разрез. Хорош. И здесь вскрываем оборону. Хорош выкат. Просто шикарнейший выкат. Убрать. И вот так вот. О-хо-хо-хо. Вот это да. Вот это кипер потащил. Ну, здесь, конечно, пробивал через R1. Так туда, в дальний ложил, но нет. Аккуратно, в штрафной уже. Уже подходят близко. Близко держать, 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 держать. Опасно ложиться под мяч. Кучер. Выбей ты мяч. Боже мой, боже мой, боже мой. Кипер тащит опять. Боже, это MVP матча. Юрчук просто пушка. Что он делает? Вы просто посмотрите на это. Просто здесь ложился под мяч, но Юрчук все контролирует. Вот, 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 прошел. И пробить. И туда его. Хорош. Просто хорош. На трехбеке разобрался. 1-3. И, чуваки, это уже все. Это победа. Это победа. Забивает Мухаммед. Да, если я не ошибаюсь, это был он. Смотри еще раз здесь. Хоп, на дрэге убрал, и все. И растерялась защита сразу. Не ожидали такого разворота. Абукар Мухаммед, просто красавчик. На 90-й минуте решает все уже вопросы, кто победит в этом матче. Все, побеждаем мы. Побеждаем, ребята. 1-3, уверенная победа Карпат в гостях. Ну, я доволен на самом деле. Мы выходим из группы, и я надеюсь, то, что сейчас Рен обосрется. И вот решающий поединочек, ребята, против Рена, где нам хватит даже ничейки, в принципе, плюс-минус. Я надеюсь на то, что мы сможем все-таки выбрать хотя бы одно очко для того, чтобы, ну, действительно чувствовать себя более-менее комфортно. Поэтому помчали, я надеюсь, мы выйдем из группы с первой строчки. Что нужно для счастья болельщика? Это чтобы его любимая команда побеждала, чтобы его любимая команда проходила дальше в турнирах. Поэтому сейчас мы не сделали небольшую ротацию, изменили фланговых, изменил нападающего для того, чтобы попробовать этих ребят. По пейсу они побыстрее будут, поэтому я их сначала буду выпускать, а потом уже буду делать замены. Попробуем такую ротацию. Хорош, хороший розыгрыш. Просто пушка забегания. Вот здесь, надеюсь, не офсайд. Офсайда-то нету. Офсайда-то нет. В дальний туда. Нет. Нет, нет, нет. Аккуратно вратарь тащит. Да, Юрчук, конечно, хорош. Прям бестяра. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ну, тут да. Тут, конечно, был розыгрыш. Просто как учат в школе. Отличный гол. Я даже, честно, и поспорить не могу. Но Юрчук все равно отбил его, но в ворота. Опасненько. Да, конечно, вот они давят. Они давят, жмут, давят, жмут, жмут, давят. Ну а что? Что поделаешь? Ух ты! Ух ты! Ух ты! 0-2. И вот это вот уже привет от Рена называется. Че тут поделаешь-то? Ой, какой пас хороший! Мендеш! Мендеш! И вот здесь разобраться? Не попал! Ёбушки, воробушки! Не попал, просто в угол ткни, бля, ну это да, это жесть. 2-0, горим, ребята, после первого тайма, но, блин, все равно выходим с первой строчки, если так закончится. Опасно. Хорош вратарь на месте. Ой, какой выкат. Выкат какой хорош, 1-1 выход. И решить здесь пушка. 1-2. 1-2, забиваем в ворота Рена, и, в принципе, это очень хорошо. У нас есть возможность. Мендеш убегает в шикарнейший забег, и, ну, я действительно очень-очень надеялся на то, что он все-таки отклеится от него. В принципе, так и вышло. Мендеш ворваться в штрафную. Хорошо, хорошо. Скидка, скидка, и здесь решить. Тащит! С упора! Да ты серьезно? Ну, это я не знаю, это просто габелло. Просто с упора. Попади, я не знаю, в угол. Он нет, он ему в ногу попадает. Ой. Выбить, просто выбить. Вот так. Вот это было опасно, реально.
Выйди, братик, выйди. Хорошая скидочка. И поехали. Чуваки, ну это первое наше поражение в Лиге Европы. Но мы выходим дальше, в принципе. Как бы это ни было, но Рен берет у нас реванш. Минимальный, конечно, но берет реванш. Итак, ребят, дальше... Дальше проходит Байер Леверкузенский и Маритима. Следующая группа у нас Лейпциг-Селтик проходит дальше. Дальше Славия-Жирона проходит. Это Бордо проходит. Славия-Прага и Бордо. Дальше Динамо-Загреб-Андерлех. Спортинг. Выходит Динамо дальше, да. Львову не хватает буквально чуть. Арсенал. Просто 6 поражений. Обалдеть. Следующая группа Реал Бетис Турина. Киев вообще просто жесть. Ну да, вот это капец. Вильяреал Рейнджерс дальше проходит. Лацио Марсель проходит. Бешикташ Генк проходит дальше. Севилья Трамзонспор. Манчестер Юнайтед Сассуоло. Ну и в 1/16 Лиги Европы, ребята, попадается нам Хоффенхайм. И давайте посмотрим на пары, какие вообще есть и что интересного нас ожидает. Итак, Рейнджерс Тоттенхэм, Селтик Бенфика, Хоффенхайм против Карпат, Динамо против Лацио, далее Бордо Челси, Маритима Динамо Загреб, Наполи Славия Прага, Рен Бешикташ, Марсель Байер Леверкузен, ЦСКА Спортинг, Брюгге Лейпциг, Андерлехт Севилья, Турина, Трамзонспор, Бетис, Шальке, Генк, Манчестер Юнайтед, Сассуоло, Вильяреал. В принципе, вот такие вот пары ожидают в 1/16 нас Лиги Европы. И надеюсь на то, что вы поддержите этот видеоролик Лукасом. Обязательно годный комментарий бахните. Ну и в принципе на этом будем заканчивать. В 1/16 будем бороться с Хоффенхаймом. И я надеюсь, мы возьмем верх. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был, как обычно, Илья. До новых встреч.